понимали, что у него настоящий теннисный талант. И поверили только, когда он доказал это на корте. Роберт и Линет Федерер не предполагали, каким игроком их сын станет в будущем. Я был очень активный, почти гиперактивный. Моим родителям всегда приходилось меня утихомиривать. Я часами дома стучал мечом об стенку шкафа. Бум-бум, часами об стенку, вспоминает папа. Представляете, каким он был настойчивым? Все правильно делал Джокович, но здесь Роджер был слишком хорош. Ready for play. Again, Stanimach, Federer. Three sets to love, 6-3, 6-1, 6-4. They enjoy it to watch a little bit. They come for the finals, I guess. Oh.